Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю видео со своей родной сестрой Полиной. Всем привет, ребята! Я очень надеюсь, что вы по мне соскучились. Можешь даже не сомневаться, по тебе все соскучились 100%, потому что столько запросов! Карина, пожалуйста, сними видео с Полиной, пожалуйста, сними видео с Полиной! Я еще никогда не видела, поэтому сегодня мы с Полиной снимаем видео под названием «Поменялись банковскими карточками». У нас есть вот такие вот две карты, ой... Это моя? Да, это Полинина, а это моя карта. У нас нету какой-то заранее подготовленной суммы для этого видео. Какие деньги у нас оставались на картах, такие оставались. И сегодня наша цель потратить всю сумму за час, поехать в торговый центр и просто просахать все эти деньги. Да. Идеальное видео. Да, просто потрясающее. Кстати, Карин, мы с тобой не подумали, точнее ты, у меня-то денег меньше, чем у тебя. А вот об этом я, кстати, действительно не подумала, мои дорогие. У Полины-то баланс на карте гораздо меньше, чем у меня. Так. Давай договоримся. Я чур все твои деньги трачу, а ты половину. Чуть-чуть, пожалуйста. Слушай, ты, ладно, ты можешь мои все потратить, потому что у меня не так много, а я сколько захочу. А вот это я, окей. Насчет этого я подумаю, но я так понимаю, сегодня у тебя, Полиночка, будет самый настоящий шопинг. Давай я у тебя тут пока что заберу. А, то есть ты уже поменялась карточками? Нет, давай-ка еще раз. Итак, мы перед вами, ребятки, сейчас берем и меняемся карточками. Личную информацию, я думаю, вы заметили, мы заклеили. Озвучивать, сколько денег у нас на картах, мы не будем. Но, я так понимаю, сегодня я не разойдусь, потому что ты все деньги сахатить любишь, а я их экономлю, по крайней мере стараюсь, но... Так причем это все равно твои деньги, половина как точно. Да, половину денег, которые у нее есть, я и сама дарила в каких-либо роликах с боксами, можете сейчас посмотреть нарезку видео, где Полина получает деньги от меня, находит в боксах, в каких-то играх, которые мы снимали, поэтому... Если ты до сих пор не подписан на мой канал и не видел эти видео... Обязательно посмотри, потому что там есть я, и видео со мной все крутые. Ага, ах, без тебя? Без меня? Полина! Да тоже. Ты офигела? Ладно, все. В общем, сейчас мы с Полиной с обмененными банковскими карточками, у Полины моя, у меня Полинина, отправляемся в торговый центр под названием Авиапарк и будем тратить все деньги. Но не забудь, что на все про все у нас есть один час. Ну, я успею. Мы будем бегать по разным магазинам, смотреть, сколько времени мы на все это потратим. А потом мы с Полиной встретимся и, может быть, в моем инстаграме. Кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ой. Покажем все-таки, что мы купили друг другу, потому что нам придется с тобой, Полиночка, разойтись. Ну, я-то точно разойдусь. Да, чтобы я не подглядывала, на что потратишь деньги ты, и чтобы ты не подглядывала, на что потрачу деньги я. А, ты имеешь в виду разойтись? А я думала разойтись. Типа покупать все. Ну, как я и говорю. А, нет. В общем, не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также не забывайте про колокольчик, а мы уже поехали. Да, мы отправляемся в торговый центр, но картами, напоминаю, мы уже поменялись, поэтому погнали. Доедем мы вместе, а в торговом центре уже разойдемся. Поехали! Итак, мы с Полиной уже оделись и сейчас будем отправляться в авиапарк. Ну что же, мы уже едем в машине. Полина, твое настроение? Отличное настроение, я готова тратить все абсолютно твои деньги. И я уже, кстати, знаю, на что я примерно буду тратить. На что? Деньги. На что? Мы скоро летим в отпуск, поэтому-то я буду покупать все вещи. Давай только, Полиночка, не все мои деньги сахать, пожалуйста. Ну, постараюсь. Нет, пожалуйста, не надо, я тебя очень прошу. Ну, а я еще не решилась, на что я буду тратить Полинины деньги, потому что у меня выбор не особо огромный. Может быть, схожу за продуктами, выберу себе пару каких-нибудь футболочек, перекушу, там посмотрим по ходу. Нам осталось ехать минут 10, и мы уже к вам вернемся. Итак, мы
Мы с Полиной приехали в торговый центр «Авиапарк». Эпично так вам его показываю. Сейчас мы встретимся с нашими двумя операторами для того, чтобы мы смогли спокойно разойтись по торговому центру и чтобы они нас снимали, как мы шопимся, что мы все-таки решили купить, не купить. Настроение прекрасное, на улице сегодня да. Максимально солнечно. Идем шопиться! Идем шопиться! Итак, мы сдали одежду, так как сегодня выходные, дофига народу, все смотрят на то, как мы снимаем. Еще скоро нам придется разойтись, и все вдвойне будут пялиться на нас. В общем, гардероб на втором этаже был переполнен, поэтому нам пришлось спуститься, и сейчас мы идем уже в сам. Да. Куда в сам? Авиапарк. Да. Итак, мы с Полиной уже готовы расходиться, встретились, народу дофига, я вам уже говорила об этом. Я тебе карточку еще не дала, дорогая моя. А, точно, давай. Я взяла с собой две карточки, чтобы Полина их не просохатила. Держи тебе, ой. Это моя. Держи тебе мою карточку, все. Полина сама решит, в какой магазин она пойдет, вместе с оператором, который будет ее снимать. И я точно так же. Так что сейчас мы расходимся и шопимся, и встретимся уже в конце. Пока. Прощай. Не знаю, куда пошла Полина, но я первым делом решила отправиться в магазин «Подружка», потому что там есть очень много всяких уходовых средств, и они к тому же недорогие. Я сегодня не настроена тратить много денег, потому что половина из денег Полины я дарила ей сама. Поэтому сейчас я что-нибудь прикуплю себе в «Подружке» и пойдем дальше. Итак, я решила себе сначала взять лак для волос, потому что мне мои визажисты говорили, что лучше брови укладывать именно им, и это держится очень-очень долго. В общем, как бы это странно ни звучало, я беру рандомный лак для волос и отправляюсь смотреть что-нибудь еще. Я обожаю вот такие вот маски для лица, поэтому возьму несколько банановых. Сзади я еще вижу кофейные две штучки. Две. И, наверное, вот такие вот две с гранатом. Прекрасно, я думаю, можно отправляться на кассу. Мне написала Полина и спросила, где я сейчас. Я ей ответила, что направляюсь в Trend Island, потому что там именно сейчас я хочу выбрать какие-нибудь футболочки или, может быть, что-нибудь крутое из одежды. Поэтому прямо сейчас мы идем туда. А еще мне интересно, где сейчас Полина, поэтому я у нее тоже спрошу, куда она пошла. Ребят, первый магазин, который я решила пойти, посетить, выбрать, это Zara. Я закуплюсь всякими вещами к отпуску, футболки, шортики, штанишки, поэтому идем. Сейчас я поднимаюсь на второй этаж Zara, потому что здесь мне ничего не подошло. Они мне очень нравятся. Одна фиолетовая, другая с надписью. Она мне очень нравится, точнее, эти две. Сейчас мы идем что-то посмотреть, что-то типа шорт, штанов. Пошлите. Шорты и штаны я так и не нашла на себя, поэтому мы идем сейчас в Бершку, а это мы идем покупать на кассу. Это была первая покупка, две футболочки. Я очень рада. Сейчас мы отправляемся в другой магазин. А сейчас у меня большое решение, если можно так сказать. Я иду покупать в Apple Store самые новые наушники. Они стоят больше 20 тысяч, я надеюсь, на меня Карина не разозлится. Полина, как я понимаю, собирается шопиться по полной, но я разойтись не могу, поэтому сейчас я пойду в Trend Island, как раз таки он вот тут вот рядом со мной, и выберу себе какую-нибудь футболочку или, может быть, кофту, посмотрим, и вы мне обязательно в этом поможете. Пойдемте. Итак.
Итак, я выбрала себе вот такую вот крутую футболку. Все вы прекрасно знаете, что я в основном ношу черные, поэтому на яркие я и не рассчитывала. Решила взять вот такую вот, но на ней очень крутые неоновые надписи. Я думаю, что если эту футболку надеть с какими-то необычными штанами и яркой обувью, будет очень-очень красиво, поэтому я отправляюсь на кассу. Я очень рада, потому что там продается много вкусняшек, которые я очень люблю. Пойдем. Я взяла вот такие вот жвачки в виде бейсбольного мячика. Я взяла вот такие вот виноградные конфетки сосательные и жвачку со вкусом яблока. Пойдемте на кассу. Я взяла вот такие вот жевательные конфетки. Ну а пока Полина находится в каком-то книжном магазине, я решила выбрать для себя что-то в магазине Lush с какими-то бомбочками, продуктиками уходовыми. И я хочу, чтобы вы мне в этом помогли. Я выложу какой-нибудь опросик, и вы за меня решите, какую бомбочку я куплю. Пойдемте вместе. Итак, я выбираю сейчас между синей и розовой бомбочкой. Их вы сейчас видите на своих экранах, просто там рядом херовое освещение, я решила там не вставать. Я спросила у вас в своем инстаграме, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. Какая бомбочка лучше? Саму сторис вы тоже видите на своих экранах. И, естественно, большинство проголосовали за самую популярную бомбочку в Lush, а она синего цвета, поэтому прямо сейчас я беру ее. Еще я решила взять вот такой вот маленький гель для душа, так как я в последнее время начала ходить в зал, и они супер-мега маленькие и удобные, как раз-таки их хватает надолго, не тяжелые, не такие вот литровые, поэтому я возьму вот такой вот маленький гель. И я думаю, достаточно, и отправляемся с вами в другой магазин. Карина кушает, я наткнулась на очень прикольный магазин с единорогами, и я что-нибудь себе прикуплю, наверное, к школе. Я остановилась на сквиш и люблю мять на уроках, поэтому для школы. И еще хочу вот этот вот блокнотик, очень прикольненький, и мне нравится. Говорила, пойду в Бершку. Хочу купить себе штаны или шорты. Мне очень понравилась эта юбка-шорты. Она очень прикольно выглядит на мне и можно надеть в отпуск и в школу. Поэтому сейчас я иду на кассу и куплю ее, конечно же, с Карининой карты. Ребятки, вы не представляете, насколько я устала, и я уверена, что Полина там нормальненько так подзакупилась, поэтому я предлагаю сейчас Полине написать, позвать ее где-нибудь пообедать. Мы поделимся друг с другом тем, что мы купили, пообщаемся и покушаем мы точно так же за мой счет, потому что карточка находится сейчас у Полины, и мне однозначно нужно с ней встретиться, потому что все Полинины деньги я уже потратила, и мне придется Полину попросить меня накормить. Как бы это странно ни звучало, но сейчас мы отправляемся вместе кушать. Пойдемте. Я жду Полину здесь, она совсем скоро должна подойти. Блин, офигеть! Ты столько всего купила! Ты что, совсем, что ли? Карина! Что ты купила? Айрподсы самые новые. Айрподсы? Блин, ты офигела? Капец, ребят, Полина купила айрподсы. Ты нормальная вообще? Я всего лишь закупилась в подружке, в Тренд-Айленде и в Lush. Ты офигевшая? Пойдем давай кушать, сейчас объяснишь. Ну что, Полина, расскажи мне, что ты купила наконец. Во-первых, я купила себе кучу одежды. Во-вторых, купила себе покушать сладкого. В-третьих, записную книжку. И еще AirPods. Теперь объясни мне по AirPods. Какого фига ты их купила? Это же дорогая покупка. Захотела, давай их сейчас откроем. Откроем?
Капец, Полина, просто капец. Ты офигевшая теперь, ответь мне на вопрос. Немножко есть такое. У меня просто нет слов, открывай давай. Капец, просто. Полин, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь, что ты купила новые AirPods без моего разрешения? Ну хотя, может быть, это и правильно, что Полина без разрешения их купила, но мне как-то непривычно то, что она пошла на мои деньги, купила. Но на самом деле мы не обговаривали, что будем делать такие крупные покупки, но Полина давно хотела AirPods, поэтому, ну, купила и купила, ладно, ничего страшного. Сейчас мы будем кушать и поедем домой. Ну что ж, ребятки, мы уже покушали, безумно устали снимать для вас это видео. Хотим сказать вам огромное спасибо за просмотр. Довольная Полина, купившая без разрешения AirPods, потратившая все на шмотки, на всякие вещи. Это было видео обмен банковскими картами. Спасибо вам огромное за то, что поддержали. Не забудьте подписаться на наши каналы. У Полины тоже есть канал. По ссылке ниже в описании можете подписаться. Я вас всех очень люблю и всем пока!